Всем привет, друзья! С вами Александр, вы на канале Сашка Борщ. У меня сегодня просто офигенные новости для тех, кто хотел подобновить свою систему, поменять процик. Ну, конечно, любителей Intel это не коснется. Речь пойдет именно о AMD, о Ryzen третьего поколения, второго. Давайте быстренько пробежимся, короче, по ценам. И только не переключайтесь никуда, потому что мы действительно сейчас перейдем на этот американский сайт и посмотрим эти цены. Так, не спешите опять же переключаться, цены очень сильно упали в США, но это говорит о том, что весь остальной мир тоже ждет это же. Даже нас это не пройдет стороной, но вопрос через сколько времени, через 2 недели, через 3 недели. Так что не спешите пока ни в коем случае с покупкой AMD процессоров. Будь то второе поколение, третье поколение Ryzen'ов, даже Threadripper подешевели, но я думаю, как бы это такое, маленький процент людей покупают себе Threadripper. Ну, в общем, давайте погнали по очереди. Так, Ryzen 9, самая топовая версия на данный момент из компьютеров настольных, $730 всего лишь стоит, а там уж монстр, ёпарасоте какой. Дальше 3900X $450 стоит, 3800X $300, то есть это уже действительно неплохие деньги. То есть на наши, на белорусские, я не знаю, откуда вы меня смотрите, но в принципе это 600 с копейками рублей, 640 рублей за 3800X, это просто бомба. 3700X, вдумайтесь теперь в это вот, 3700X, $280. Я молчу. 3600, $150, 3600, тот самый 3600 популярный. Я свой, насколько я помню, покупал где-то в районе 200, то есть $50, а я свой покупал 3 или 4 месяца назад. Даже меньше, каких 3 или 4, 2-3 месяца назад я свой покупал, в ноябре его покупал. 3 месяца назад покупал, и он стоил тогда 200 с копейками. Нету почему-то 3600X на скидке, наверное, он сверхпопулярен, поэтому его и не... Хотя и эти просто я тоже, я думаю, 3600 берут как горячие пирожки. В общем, не будем об этом. Ну, уже 3400G, это 3200G, ну, это такое уже себе. Вот единственное еще о хороших моментах, это 2700X, тоже неплохой просто, $140. Ну, блин, у меня есть это видео, вылезет ссылка, не вылезет, если я не забуду. Что выбрать лучше, вот этот вот, 3600 или 2700X? Ну, блин, такое себе, короче. Ну и 3D-дриперы тут, это понятно, это, блин, кому надо, тот посмотрит. Вот, и теперь это все не просто слухи, реально. Заходим на этот сайт, вот, microcenter.com, и давайте смотреть процы. Вот у нас 3600, скидосик, 150. Дальше, так, сэкономите $20 США в комплекте. Ну, единственное, я не знаю тут по поводу доставок, кому интересно, посмотрите сами. Вот, ну, вот, 2700X, $140, какая скидка? Скидка $180, ёпарасоте, просто, блин, бесплатно отдают. И вот, самая такой топовая вещь, которую действительно я подумываю вот с такими ценами, когда они придут к нам, поменять свой 3600, блин, ну он свеженький, 3 месяца только ему на этот. Блин, ну, пока может даже рано, пока ближе к четвертому поколению еще будет дешевле все. Поэтому можно или уже задуматься вообще над счет покупки вот такого вот процика. В принципе, $20 разница между ними, но этот уже смотрится гораздо поприкольнее, конечно. Вот. Это у нас что? Просто Ryzen 9 с частотой 3.8. Что это за процессор? Я что-то не могу понять. Вот это дешевенький тоже. Короче, ребята, очень увлекательная тема. Ждем, когда это все... А вот, там просто не указано. $180 стоит 3600X. $180. Короче, ждем. Ждем, пока цены перейдут плавненько к нам. В общем, все действительно, это все правда. Статья не вымесил. На этом сайте основываю свои видосы частенько. Беру оттуда идеи. В общем, ребят, вот такой вот сайт. Ссылку, не знаю, оставлю, не оставлю в описании. Посмотрим, если не забуду. В общем, всем спасибо за внимание. Ждем новые Ryzen. Всем удачи. Пока.